Итак, здравствуйте все, кто смотрит данный видеоролик. Транслирует южный берег Крыма, город счастья Ялта. Сегодня у нас суббота, времечко примерно половина первого дня, плюс 8 градусов, 19 декабря. Давайте прогуляемся по декабрьской Ялте. Ничего не говорить. А вот на площади начали уже разлаживать палатки к рождественской ярмарке. Вот стоят киоски уже.
А девочки зажигают. Стало скучно им прогуливаться, решили спеть караоке. А приготовление к рождественской ярмарке продолжается. Да, да. Можете найти свой дом. Конечно, уже вижу, да. Можно увеличить даже. В доме торговли поставили такое вот информационное табло. Сюда можно подойти, нажать меню и пойти в раздел, который нас интересует. Нет, это... закрыть это надо, надо вот так, открыть. Закрыл, да. А есть особое меню, вон оно, ага. Как в компьютере. Вот это? Да. Ну да, оно грузится. Вот так вот. Да. А можно и писать, что нас интересует, и найти. Нормально. Да, я тоже у тебя газку нашел, ласточку. Да. Попробуй славу, пожалуйста. Нажали, и он показал вам. Нажали это. А это я так для видео покажу, как это. Ну, да. Интересно. Вообще обалденно. Интересно. Ну, да. Это у нас в доме торговли. Приходите и любуйтесь. Ищите все, что вам нужно. Вот на площади Советской продолжают собирать палатки к рождественским новогодним ярмаркам. Итак, давайте закончим наш сегодняшний ролик. 2 часа дня, 19 декабря, плюс 7 градусов. Всем спасибо за просмотр, за лайки и комментарии. Передаем привет с южного берега Крыма. До новых встреч в эфире.